Боже мой. Короче, ребята, 50 минут записываю видос. 50 блядских минут. У меня просто трабл со звуком, блядь. Просто я даже не знаю почему. Но это просто уже не от меня зависело. Всем вассап. Сегодня я вам расскажу про структуру бита и вариации написания битов. Блядь, ну даже, я не знаю, даже не вариации. В общем, я просто расскажу про структуру бита, какие они бывают. И... ну, приведу примеры вообще битов, ну, треков, да, где биты неполноценно, короче, грубо говоря. Ну, на понятном языке, да. Сразу начнем, что бит может там состоять из... Ну, понятно, что бит состоит из чего-то, да, то есть, ну, он не бывает пустой. Понятно, ты не засунешь только клэп, понятно, ты там не засунешь, я не знаю, только кик. То есть, все равно должен быть ритм и вайб. Но про вайп это немного... Ну и попозже я вам расскажу про вайп. Вообще вот, структура бита, да? Вообще основная структура бита, ну, всем привычно, да? Ну, именно вот в трэпе, да, если берем трэп. Это что? Это у нас мелодия, бочка, бас, хэт, снэр или клэп. Все. Примеры. Самые явные примеры максимально простых битов, где одна мелодия, бас или бочка, там. То есть, где чего-то нету. Допустим, смотрите, у нас есть... Там одна мелодия, бас, снэр и хэт, по-моему, и все, если я не ошибаюсь. И спрашивается, да, как так-то? Ну вот почему? Я делаю бит, который там из 20 миллионов дорожек, и тип, который сделал за 5 минут 4 дорожки, и это звучит, возможно, и не звучит пизже, но это взорвало. Ну, во-первых, ты не популярный, да, скорее всего. Ну, тогда берем популярный, да, то есть какие-то, ну, то почему плавок, который легкий, да, или не танк, популярнее там, не знаю, какого-то трека там. Канье Уэста или Кендрика Ламара, да, гениев там, да, допустим, берем. Потому что это вайб. И мы переходим к вайбу, да, уже. Почему вообще что-то легкое стреляет и популярнее того, что работалось там месяц работы, да, было. Ну ладно, не месяц, но неделю хотя бы, да. Ну, там, несколько даже людей сидят. Или какой-нибудь Филфи просто берет, блядь, Ньютайн пишет, Картин на него записывает парт за 10 минут, и это стреляет просто ебануто. Потом еще интроха на концерте, и там просто это разрывает весь мир, да? Казалось бы. Ну, что есть вайб. Да, понятно, и там у какого-то трека, там, Кендрика или Кани есть вайб. Но есть Карти, который просто, ну... Я, бля, я даже не знаю, ну чем-то вывез больше, чем, допустим, Кендрик там на каком-то треке, да, или Кани. Потому что вайбове звучит. Ну и плюс, конечно, на Нью-Тенке там, блядь, это гениальная троха, которая, вот, блядь, просто послушайте. Просто гениальная интроха, которая, ну, мой лично мозг взорвала. Ну, и не только мой, я в ТикТоке видел пацанов, которые тоже там просто, там тип стоит, фа-фа. И он, бля, он просто, ну, он умирает от этого. Ну, там, взять Go to the Moon, блядь, просто Go to the Moon, просто послушайте. Блять, там Карти читает, там даже снэр или клэп не играет. То есть там бас с хэтом и с мелодией, все. Но охота его отвлечь и уже. Ну тоже не все выкупят, правильно. Но это все равно охуенно звучит. Берем один из моих любимых треков, Switchy Lanes. Mama just pray, yeah. Grandma just pray, yeah. Grandma wanna call, yeah. Wanna switch lanes. For my birthday, I want more than you, babe. Fuck you any day.
Для меня это лично вот эта мелодия, она, бля, она меня просто так воодушевляет. Я не знаю, ну, это просто для меня одна из лучших мелодий вообще, ну, типа, которые существуют. Трек вообще без баса. То есть, казалось бы, я не знаю, мне в голову не приходит трек. То есть, ну, где вообще мы не берем треки, которые вообще драмки и баса нету, да? То есть, это какие-нибудь интрохи, там, да, допустим, Софайго. Интроха, допустим, Софайго Transparency с Пинкёрцем. I'm spinning, but are you feeling me? В общем, это все тяжело, это тяжело рассказывать. Ну, вы сами прекрасно, наверное, понимаете, то есть, да? Потому что, ну, я пример хотя бы привожу. В общем, где нет мелодий, допустим, вот «Голодный пёс». Он пиздец, курица, влил в обкурю, как отец, я голодный пёс, я готов порвать. Узкий маска из трека я вставлю. В каком-то моменте просто прерывается мелодия, он читает без мелодии, но мелодия, в принципе, в треке присутствует. Музыка, я говорю, это неограниченное просто что-то, это по сути бесконечность. Ты можешь хоть что придумать, но главное, чтобы это давало вайб. Если это даст вайб, это будет охуенно звучать. Если будет это охуенно звучать, если это распиарить, то ты станешь популярным, как арти, и будешь разливать на концертах. Да. Ну, на самом деле, конечно, если все так просто было, но это нихуя не так просто. Что, блядь? В общем, я хочу показать два примера. Первый, это будет легкий бит. Ну, в плане исполнения легкий, да? Но он будет кочевым. И будет второй, который тоже будет кочевым, но при этом там уже и фиксы, и больше мелодий. В общем, быстро пройдемся по первому биту. То есть, она... мелодия и с бельчиком есть. Потом у нас идет драмка. И басочек. Тут уже понятно, как это будет звучать. Теперь мы переходим ко второму. У меня тут отдельно все раскидано. То есть 19 дорожек. Ну и это прошлый ролик, open beat, да, все правильно. Дальше у нас еще идет драмка. Слушаем драмку. И, соответственно, FX. Good luck, I guess. Что то качает, что это качает, что тот вайб дает, что этот вайб дает, и какой будет качой в итоге, вот взять 100 человек, да, и кому больше понравится какой бит, непонятно вообще, хотя над этим я трудился там, грубо говоря, ну, доделал, переделал дня 3, а тот я сделал за там 20-30 минут, а что, какой больше понравится, неизвестно, прикиньте, да, какое, ну, разбег 3 дня и 30 минут, но ты не понимаешь. Также я говорю, ты возьмешь New Tank и какой-нибудь трек, который там делали, грубо говоря, там, месяц, ну меньше, там, 2 недели, и непонятно, какой больше понравится. Поэтому есть такое сейчас, ну есть вайб, трек есть вайб, значит он понравится. Просто дело иногда в том, что слишком много всего может помешать. Если ты правильно это расставишь, если ты правильно это сделаешь, возможно, это будет классно. Но иногда избыток каких-то инструментов или избыток какой-то перкуссии или избыток каких-то эффектов, то есть неупорядоченно, да, он будет приводить просто к какому-то диссонансу, типа, что-то типа того. Ну, это будет либо слух резать, либо, ну, блядь, как будто лишний мусор. А когда у тебя легкий бит, который там из 4-7 дорожек, ну, там ничего друг другу не может, блядь, мешать тупо. Ну, просто не может. Но это уже дело слуха. То есть, если ты прям четко понимаешь и слышишь, трезво оцениваешь свой бит, понимаешь, что происходит, и правильно панорамируешь, все расставляешь, делаешь обработку правильно, тогда у тебя бит, который из 20 дорожек, зазвучит охуенно. Просто охуенно. Но все равно вайп решает в любом случае. Я надеюсь, я понятно объяснил. Привел примеры, там, может, кто-то что-то уяснил для себя. Ну, в любом случае, спасибо за просмотр. Всем спасибо и всем пока.